Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Ванша Калпатаруа Шакипасинду Вевача Патитананг Павоне Бхавишна Вивьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагрим Яткипатамханг Ванди Парамананду Мадавам Бриндавай Тулсидебхай Пьявай Кесвасача Шнавакти Прадедеви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритто норанчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкетане кришна кату пудеши Гаурия патрашо пракасанеча Шадануракта гуру бхакти жокто Бхакти прамодакша жагод баранью Дхейям садха парибхавагнам авиштадухам Тетхас падам сива виранчанутам сараньям Бхитатиham банатопал бхавадипутам Банде махапурусате чарна равиндам Ятпадаваллаванахачандамани чатая Бисвуржита кимапикапавадушвадарши Пурнануракурасасагурасарамуртихе Шарадхика мои када кипам крош. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодато, Санкиртаной капитару камала йотакшо. Вишам бару дижа бару жугадхарма пало банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Вандито Дибха Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир яша ча бхакшаши Ясястиде самбид Твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Гаурангайка гатир бхаяситамати си гаура дхамастити Сасасайка витир кушанга вирати
Дусто бета нискити, сиру пайкарати санатана нати, сиживоте жостути, сисиддханта сарасвати виджаяте, гаурия гостипати, сисиддханта сарасвати виджаяте, гаурия гостипати. Гаурия гостипати. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад Джагадгуру told, Гаурия Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад сказал, что есть любовь и какая-то конкуренция, они совершаются для одной единой цели, то этому мы можем то есть, если это все делается для единой цели Кришна Севы, то мы одобряем это. На самом деле, Сила Сачидананда Бхактинода Такур, он говорит, кто такой Сила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур. Сила Бхактинода Такур, он пишет, он говорит, Сарасвати Кришна Прия, Кришна Бхакти Тахар Хия, Бинадеро Сейше Вайбхав. Сила Сачидананда Бхактинода Такур пишет, Сарасвати Кришна Прия, going to specifically point out who is Сарасвати, who is Бхакти Сиддханта Сарасвати. You want to Сарасвати Кришна Прия, Кришна Бхакти Яхар Хия, Бинодеро Сейше Вайбхав. We are always speaking about мы всегда говорим о Гаудия Вани Вайбхаве. Мы всегда говорим о Гаудия Вани Вайбхаве для того, чтобы сохранить Гаудия Вани, учение Гауди, мы всегда заняты и обсуждаем это, потому что нет другого пути, чтобы защитить Сидданту. Это есть единственная обязанность подлинного ачарьи. Я много раз говорил об этом. Сарасвати Кришна Прия. Сарасвати Кришна Прия. Кришна Прия мин? Сарасвати Кришна Прия. Что значит Кришна Прия? Кришна Прия значит Кришна Шакти. Прия значит Шакти. We speak Bhakti мы говорим Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами такого Прабхупад, но будьте уверены, он Кришна Прия, Кришна Прия. Но потому что по указанию Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами такого Прабхупады мы можем определить, что он Найна Муни Манджари Радхарани. Я могу прийти к тому, что говорил Шрила Прабхупад, но что значит Найна Муни Манджари? Найан Муни. Муни мин джуэл. Найан Муни значит какой-то Муни значит какое-то сокровище, какой-то драгоценный камень. Глупые люди, у которых нет веры в Шрилу Прабхупаду, которые не посвятили себя его лотосным стопам, они не понимают этого. Однажды Шрила Прабхупад написал маленькое письмо Кунджа Бихари. И в этом письме я уже опубликовал его. И вот в этом письме Шрила Прабхупад пишет, что какая-то глупая гопи. И вот Шрила Прабхупад говорит о себе в этом письме, что какая-то глупая гопи всегда хочет
быть занята каким-то другим служением, но Радхарани всегда хочет видеть ее, держать ее в поле своего взгляда. Если она куда-то уходит, то Радхарани, она думает, куда же это Найнамони пропала, и Радхарани беспокоится. И вот Шрила Прабхупад пишет одному из своему дорожайших учеников Кунджоди Видябушина. И вот он пишет, что одна глупая гопи, которую Радхарани всегда хотела держать перед своим взглядом, Радхарани думала, что эта гопи, она подобна ее глазам, глазным яблоком. Если у нас нет глаз, то что мы сможем видеть? Вот эти глазные яблоки — это одна из главных частей глаз. Без них мы не можем ничего видеть. И вот Радхарани, когда она теряет эту глупую гопи, которая пытается занять себя каким-то другим служением, то Радхарани, она просит ее находиться рядом с ней. И таким образом Радхарани, она показывает то, что это глупая гопи, которую Радхарани хочет всегда держать в поле своего взгляда. И эта гопи, она на Найнамони Манджари. И в Гаур-лиле ее имя Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад. Будьте осторожны. We are very sorry. Мы очень. I am in Vyasasan. I can solemnly say that I need not take another bath. Я сидя на Вьясасане с полной уверенностью говорю под именем Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты то, что если мы искренне, нам не нужно рождаться опять, если мы достаточно искренне. Нам не нужно будет рождаться опять. Я горд тем, что я из Гауди Матха, и наши предыдущие ачарьи, как Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, как Бхактисиддханта Тхакур, я очень рад. Я горд находиться в их сампрадае, Шрила Кешава Госвами Махараджа. Они защитят меня. Нам не нужно бояться, кто-то боится падения, но почему? Если мы находимся под защитой нашей Гуруварги, они всегда смотрят на нас, смотрят на наши действия, на наше сердце, искренне мы или нет. Я хочу служить Шри Прабхупаде или нет. Я хочу служить ему на 100%. А то вся Гуруварга смотрит за нами, каковы наши цели, хотим ли мы искренне служить Шри Прабхупаде или отвлекаемся на что-то иное. Я не ожидаю никакого почтения от вас. Я ожидаю, чтобы Гуруварга благословила меня, и это есть мое желание, я завишу от их милости. Шрила Прабхупад говорит, те, кто не думает, что Гуру Чаран, лотосный стоп и Шигуру — это единственное богатство в нашей жизни. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто не понимают, те, кто не чувствует, что Гуру Чаран — это единственное сокровище в нашей жизни, что нет ничего более ценного. Какие-то деньги в банке, какое-то богатство, но не имеет подлинной ценности, только лотосные стопы Шигуру — это наше подлинное богатство, которое может даровать нам все. Я никогда не хотел. I never like to show my naked picture in front of you. What is that naked picture? I need money. I need position. I am the great Vaishnava. Часто замечаю, что не все могут показать свою подлинную суть перед Гуру Вайшнавами или еще кем-то.
И Шрила Прабхупад говорит, что те, кто думает, что лотосные стопы Шигуру — это их единственное сокровище, Садгуру, то в этой жизни они могут достичь успеха, несомненно, им не нужно жить, ждать другой следующей жизни. Много раз Шрила Прабхупад говорил, то, что наша Гуру-варга, Шрила Прабхупад говорит, я опубликовал эти письма, и вот там Шрила Прабхупад говорит, что все вечные участники Гаудия Матха, Нити Пабхасады, Шрила Прабхупад говорит, что все те севаки Гаудия Матха, они посланы Гаурангой. Шрила Прабхупад говорит, что все преданные Гаудия Матха, которые вы находите здесь, они все посланы Гаурангой, чтобы исполнить уникальную, великолепное служение. У нас нет права критиковать их, если мы настоящие вайшнавы. Они все избраны Гурангой Махапрабху. Те, кто выступает против Шрилы Прабхупады, Гауравы, Гаудия Матха, мы жалеем о них, поскольку они обретут нечто неблагоприятное в своей жизни. И Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад в Гора Лиле, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, его ачарьятвана вечна, не то что есть три вида ачарьи. Первый — те, кого выбирают ачарьи. То есть часто бывает, что недостойные люди с помощью голосования становятся ачарьями, они в большей степени бесполезны. Второй — те, кто совершает баджан по желанию Бхагавана, он являет ачарьятва в этой жизни, становится ачарьей, достигает совершенства с помощью своего баджана, с помощью своей садханы. И такие люди тоже могут получить то же положение, то же уважение, что и подлинные ачарья. И третий вид ачарьи — это те, кто посланы Гаурангой. Их ачарьятва, она вечна, их качество ачарьи, они вечны. И в течение бесконечного количества времени то есть они вечно были ачарьями, всегда совершают какое-то служение. И вот в данный момент такие ачарьи-посланники Гауранги, они проявились в этом мире. Шрила Прабхупад много раз говорил, как мы можем узнать, кто такой Садгуру, как мы можем узнать, кто Сидда Махатма, кто уникальный ачарья, как мы можем понять. Шрила Прабхупад говорит, уникальный ачарья тот, подлинный ачарья тот, кто, чья вечная сварупа находится на Голоке. И благодаря беспричинной милости он является, беспричинной милости Господа, он является здесь, в этом мире, чтобы проявить свою ачарьятву здесь, как, например, Шрила Бхактисиддханта Такур, Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати. Они по беспричинной милости Бхагавана, они пришли в этот мир, чтобы принести благо всем. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур, этот титул был дан ему. Но когда у него не было такого титула, все же титул Сарасвати он был у него. It is not material title.
It is not material title. It's going to get. Все эти качества, которые подтверждают его титулы, они уже были с ним до обретения этих титулов внешне. Из-за своего смирения Шрила Прабхупада никогда не подписывал Бхактисиддханта Сарасвати. Он писал фразу из несколько писем Шрила Прабхупады. Бхактисиддханта Сарасвати, эти письма, они не отличны от него. И там он подписывал Шри Сиддханта Сарасвати, никогда не подписывался как Бхакти Сиддханта Сарасвати, а просто Шри Сиддханта Сарасвати. Из-за смирения он подписывал все письма так. Но мы знаем, что он настоящий Бхакти Сиддханта Сарасвати, но никогда не подписывал этим именем свои письма. Бхакти Сиддханта — это его сердце, его полное сварупа. Его полное сварупа — это Бхакти Сиддханта. Он не может скрыть, как однажды Махапрабху и все преданные спутники Гуранги, они пели «Джай Гоу, Джай Гоу, Джай Сачинадан Гоу Хари». Махапрабху пришел в Гампхиро и сказал: что за киртан вы поете? Вы должны Кришна киртан петь. Что вы поете? И Махапрабху из-за смирения сказал так, чтобы дать нам пример, но преданные не послушали, они все равно продолжили воспевать имена Гуранги, несмотря на то, что Махапрабху сказал, чтобы они имена Кришны повторяли. И Сваруп Госвами сказал, что хорошо, ты хочешь обмануть нас. Мы совершаем Кришна Киртан, Гора Киртан. А ты хочешь скрыть себя? Мы знаем твою Сварупу. Почему ты хочешь спрятаться от нас? Ты хочешь, чтобы мы прекратили повторять имена Гуранги? Уже тысячи преданных повторяют твои имена. Попробуй кого-то остановить, они из-за любви своей. Спонтанной любви они повторяют твои имена. Сможешь ли ты остановить их? И Махапрабху не нашел, что ответить. И также Шрила Прабхупада хотел скрыть себя. Шрила Прабхупада много раз он пытался скрыть себя, показать себя как обычный преданный, но мы знаем, что благодаря действиям Сиддханты, Бхаве, мы поймали его буквально. Он не мог скрыться от нас. Он Бхактисиддханта Сарасвати. В Гора Лиле и Найнамани Маджари в Кришна Лиле. И вот есть три вида ачарьи, я уже объяснил про них. И Шрила Прабхупада — он третий вид ачарьи, который приходит по милости Господа. Его ачарьятва, она вечна, она не ограничена каким-то временем. Она вечно присутствующая. Все его действия, то, что он пишет, то, куда смотрит, говорит, все, что он делает. И иногда он обманывал учеников, которые были неискренне, приходили за какими-то другими целями, чтобы прославиться или
что-то получить от Гауди Матхи, иногда он давал кому-то деньги, какое-то положение в обществе. И... Но его ачарьятва, она была уникальна, его поведение было уникальное, что весь мир не мог понять должным образом. Была всякая возможность понять его превратное его действие. То, что он говорит, то, что делает, то, что пишет, это не каждый мог понять это. Много раз я говорил. Что Верховный Господь оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. И помните это, иначе кто такой Бхагаван? Если Йогамая, с помощью Йогамая, если Бхагаван с помощью Йогамая, он появится перед нами, то тогда мы сможем увидеть его как Парат Паракилешвар Бхагаван Шри Кришна Читани. Он пришел к Сарвабхауме Бхаттачарье, но тот не смог его увидеть. Тот же Гауранга Кришна, Кришна Читания, тот же самый Бхагаван, он пришел к Сарвабхауме Бхаттачарье, но Сарвабхаум Бхаттачарье, он был слеп, он не смог увидеть. Но в тот день, когда Махапрабху он явил ему свою милость, то он увидел Махапрабху в шестирукой форме, и Сарвабхаум Бхаттачарья, он пал вниз перед ним. И после этого он написал такой стих. Только после этого он написал этот стих. Много раз он встречался с Шри Чайтанья Махапрабху, но не мог понять, хотя Гопинатха Чари говорил ему, что тут Верховный Господь, он спрашивал, где доказательства этого, где документы его. И Гопинатха Чари говорил, ты слеп, ты не можешь понять его действия, его баба. Он уже явил все эти доказательства, его према, его чувства, когда Нобна Джаганатх упал без сознания. И Сарвабхаум Бхаттачарья принимал, что у него какое-то необычайное чувство, которое необычайно редко в этом мире. Но все же не признавал, что он Верховный Господь. И вот Сарвабхаум Бхаттачарья, он видел все, но не мог понять, что он Верховный Господь. Если Верховный Господь перед нами, то не каждый поймет. Господа Исва Пракашата Шакти, такая самопроявляющаяся энергия. У Господа множество видов шакти. И вот это Сва Пракашата Шакти, самопроявленная Шакти, и Бхагаван, он... мы не можем видеть Бхагавана, только когда он проявится с помощью этой Шакти перед нами, то мы сможем увидеть. То есть можно увидеть Господа или спутника Господа только по их желанию. И вот его сварупа, она Бхакти Сиддханта Сарасвати. И все его действия, они показывают, что он вечный Сарасвати, Бхакти Сиддханта Сарасвати, он пришел с вечного мира, чтобы служить Гауранге Махапрабху, чтобы явить его уникальную ачарьятву перед нами.
Шрила Прабхупада говорил, то, что так много преданных. Они слушают харикатху от меня. Они поют прекрасные киртаны с Махаджана Падавали. Из Кальяна Калпатару. Они совершают киртаны с Паратаны и Према Бхакти Чандрики. И, услышав много харикатхи, несмотря на это, они оставляют меня, потому что я никогда не шел ни на какие компромиссы с нечистым бхакти. Почему они оставили меня? Оставили меня, потому что я не шел ни на какие компромиссы с нечистым бхакти. Я хотел следовать только пути Шрилы Бхактивинода Тхакура. Я хотел следовать пути Бхактивинода Тхакура без мельчайших отклонений и компромиссов. Поэтому многие, они недовольны мною, но все же я не могу изменить Бхактивинода Дхару. Если кто-то хочет оставить меня из-за того, что я ни на какие компромиссы и безраздельно следую Бхактивинода Даре, поэтому некоторые люди, они гневаются на меня, иначе нет никакого основания, чтобы оставить меня. Но все же Шрила Прабхупада говорит, что если весь мир будет выступать против него, но все же я не изменю моих убеждений. Я также буду воспевать эту абсолютную истину, находясь под зонтиком лотосных стоп моего Гурудева. Я буду продолжать говорить об этой абсолютной истине, даже если весь мир отвернется от меня, я все равно не изменю моих убеждений. Это есть бхакти, увеличивать количество учеников храмов с славы. Некоторые люди, чтобы прославиться, они готовы на все. Но у нас есть связь с Гаудия Матхом, которую мы не можем оставить. Если я родился от своей матери, и каждый родился из чрева своей матери, у вас есть связь с вашей матерью. Когда вы родились, с помощью пуповины у вас была такая связь с матерью, и впоследствии, хотя эта пуповина обрезается, но как можно оставить мать? Вы родились из ее чрева. Разве это возможно? Абсолютная истина. Шрила Прабхупада много раз говорил. Абсолютная истина — это не что-то дешевое. Я знаю, вы можете, кто-то может быть недоволен. Несмотря на то, что кто-то недоволен, пытается мешать, но все же с полным энтузиазмом я говорю, у меня есть. Но несмотря на это, есть крепкая вера в абсолютную истину. Эта абсолютная истина, она защитит меня, несмотря на попытки кого-то помешать. Если какая-то малая душа бросает вызов абсолютной истине, то для нее ничем хорошим это не закончится. Единственное, что я хочу получить, это милость нашей Гурубаги. Есть важная сиддханта, я хочу обсудить ее.
to write the, you know, и вы попросили меня написать all parshab or their, you know, bhajan life of all our книгу нашей гурварги о их баджане, о их жизни. И вот я хочу, у меня такое сомнение есть, что именно делать и как. Я хочу обсудить это чуть позже. Шрила Прабхупад говорит, если моя жизнь, она посвящена Анантадеву, если моя жизнь посвящена этому Анантадеву, то никто не может выступать против меня. Если кто-то выступает против меня, обречены на смерть. Они могут пытаться выступать как-то против меня, как-то мешать харикатхе и прочему, но такие люди ничего хорошего не достигнут и не смогут остановить меня. Даже если, оставив свое тело, я все же буду заниматься этим же служением, если обрету милость Шрилы Прабхупады. Даже оставив это тело, Шрила Прабхупада сказал, в этом мире есть недостаток харикатхи. Пытайтесь помнить, во времена Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати был такой поток харикатхи, вся Гурварга говорила харикатху, но все же Шрила Прабхупад хотел сказать, что у нас есть недостаток харикатхи, в то время как Шрила Прабхупад, он совершил революцию в этом мире, он хотел принести поток харикатхи, но все же, и как я могу то есть это возможно наводнить этот мир харикатхой только по милости Шрилы Прабхупады. Если кто-то заявляет, что может наполнить этот мир харикатхой, то такое часто. То есть такие люди могут часто говорить, не думая о том, как это сделать. Но это возможно только по милости Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Прабхудананда Сарасвати Патон в одном стихе пишет, что весь мир он наполнен Кришна Прамая. Это во времена Махапрабху. И вот он пишет, что весь мир он наполнен Кришна Прамая, но, к сожалению, она не попала в мое сердце. Мое сердце слишком жестко. И вот он из смирения говорит так, что весь мир он наполнен Кришна Премой, но я настолько бесполезен, настолько, мое сердце настолько жестко, что эта Кришна Према, она не задела моего сердца, хотя весь мир он утопает в этой Кришна Преме. И вот Шрила Прабхупада говорит, абсолютная истина — это не что-то дешевое. И вот Шрила Прабхупад говорит, абсолютная истина — это не что-то дешевое, что можно пытаться выступать против нее, заниматься какой-то политикой против нее, как-то возмущаться ею. Как-то противостоять абсолютной истине, пытаться помешать распространению этой абсолютной истины. Но абсолютная истина, она то и абсолютно, что люди не понимают, что такое подлинный харибаджан. Многие воспринимают как какое-то хобби. И абсолютная истина, она не может быть убита, уничтожена. И это мотив демонов. Они хотят как-то помешать подлинной харикатхе.
Они хотят всячески помешать ее в Харикатхе под именем проповеди, они собирают славу. Их цели не удовлетворить Шрилу Прабхупаду Бхакти Сиддханта Сарасвати. It is not their target to find, to seek the satisfaction of Gaurhari through their preaching. I can solemnly say, я могу с уверенностью заявить, что цель таких людей не в том, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду, а в чем-то другом. Is not to seek the satisfaction of Bhakti Siddhanta Saraswati. So much confidence I have. If at all they have that kind of confidence, why they are going against me? Unnecessary. У них была бы такая цель, то зачем они выступают против меня, если я делаю все для Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Это один из главных признаков. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. Гоура Вимукха Ниджаджани Джанипур. Те, кто отвернулись от Гуранги, те, кто против него. Гоура Вимукха Ниджаджани Джанипур. If my father, mother, если наш отец, мать, друзья какие-то, или родственники, они выступают против Гуру Хари, то можно оставить их. Мы не должны иметь никакой связи с теми, кто выступает против Гуранги. Если вы имейте какую-то связь с ними, то Шрила Прабхупад говорит. А те, кто отвернулись от Гуру Хари, если он даже не наш отец, друзья или родственники какие-то, то мы должны оставить всякую связь с ними. Почему? Поскольку отвернувшиеся от Гуру Хари — это не наши близкие, а наши близкие, наши единомышленники. И такие люди, которые выступают против Гуранги, они наши враги на самом деле. Шрила Прабхупад говорит, кто такой Гуранга? Гаур ки васту. Гаур ки васту. Если вы хотите понять, вы можете прикоснуться к Тулси и спросить себя, можете ли вы, хотите ли вы узнать, кто такой Гуранга Махапрабху на самом деле? Садхананда Прабху, хотя он родился в Германии, но все же он был подлинным преданным. Мы не можем скрывать, я хочу, наоборот, прославить подлинных вайшнавов. Это мое решение, это моя цель жизни, что в течение своей жизни я хочу прославить всех великих вайшнавов. Может, кому-то это не нравится, но я не думаю об этом. Я даю обет, что пока я живу в этом мире, это моя цель — прославить, проявить славу нашей Гурваги в этом мире, чтобы весь мир знал славу нашей Гурваги, славу вечных участников Гауди Матха. Может, кто-то пытается это все скрыть, но моя цель в том, чтобы все знали о славе нашей Гурваги. Буду говорить о их славе в день явления или ухода. Если Бхагаван исполнит, он даст мне возможность исполнить мою мечту, то это проявится. Гурки васту. Гуранга, кто он? В чем же уникальность Гуранги? Кто он? Если вы хотите понять, почувствовать в этой жизни, вы должны оставить связь с теми, кто выступает против Гуранги, с полной решимостью. Мы не должны тратить время на тех, кто выступает против Гуранги. И Шрила Прабхупад говорит, если вы хотите понять, насколько уникален Гуранга,
то тогда автоматически вы должны оставить связь с теми, кто с нежелательными элементами, которые выступают против него. И те, кто не заинтересованы в Шриле Прабхупаде или Бхактивинода Такуре, Нитьянанде, Гауранге, потому что те, эти люди подобны глистам в нашем, нашей пищеварительной системе. Шрила Прабхупад приводит такой пример, что мы вроде едим какую-то еду, даже много, но глисты ее большей частью едят. But all vitamin that worm inside your, you know, stomach, that vitamin everything, worm going to take away. But you are very slim figure, no vitamin, no mineral. Prabhupada speaking. If you want to understand this life, в этой жизни, otherwise all they are like. То вы должны избавиться от нежелательного общения, которое подобно глистам, которые едят ту еду, которую вы едите большей частью. И тогда вы получите подлинное вдохновение. Может, внешне это выглядит как-то жестко, но я хочу вдохновить вас. Если говорю как-то жестко, это не значит, что я хочу как-то помешать вам, наоборот, хочу вдохновить вас, чтобы вы совершали больше и больше служений в своей жизни. И таким образом, в течение всей своей жизни, вся лила Гуранги Махапрабху. Гуранга Махапрабху никогда не шел ни на какие компромиссы с нечистым бхакти, с кармой, гьяни, с преданными. Он никогда не шел ни на какие компромиссы. Даже те, кто были с Гурангой Махапрабху какое-то время, как Кала Кришна Дас, или этот браман, который готовил в процессе путешествия по Южной Индии, Гуранга Махапрабху по желанию Нитьянанды, Гуранга Махапрабху, он взял Кала Кришна Даса. И вопрос вам. Кала Кришна Дас, он был ли с Гуранги Махапрабху или нет? Это мой вопрос вам. В процессе этого путешествия по Южной Индии Кала Кришна Дас, он мог ли видеть лотосные стопы Гуранги? Это мой вопрос вам, да или нет? Нет, не мог. Почему? Он вроде физически был с Гурангой все время, но очень долго, но не мог видеть лотосные стопы Гуранги, и поэтому он попал под влияние Майи. Эти бататари привлекли его с помощью какой-то женщины. А если у нас есть такая привилегия видеть лотосные стопы Гуранги. Если мы увидели красоту лотосных стоп Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, если мы увидели славу Гуранги Махапрабху, то сможет ли Майя повлиять на нас? Нет, такого невозможно. Ничто материальное не привлечет нас. Тогда такие преданные могут принять только Вайшнави Пратиштху, поскольку целомудрие Вайшнави Пратиштхи, оно одобрено в шастрах. А никакие другие материальные соблазнения не соблазнят их.
Вайшнава Пратишту, которую мы примем и передадим Шри Прабхупаде, нашей Гурварге, она не осквернит наше сердце. И если Пратишта она оскверняет наше сердце, то тогда мы не сможем говорить Харикатху. И Кала Кришнадас был с Махапрабху все время. И я удивляюсь, как так случилось. Мы хотим видеть лотосные стопы Гуранги хотя бы на часть секунды. Хотим увидеть. Кришна Дева Бхавантам Ванде, Хари Дева Бхавантам Ванде. Рупа Госвами говорит. И вот Рупа Госвами говорит в медитации, Шанкар Бхагаван хочет видеть лотосные стопы Гуранги, но не может. Очень редко. И эти лотосные стопы, они были перед Кала Кришнадасом. Но он не смог понять их величие. И два брахмана, они шли с Гуранги Махапрабху в северную Индию. Читание Бхагавати это описывается. И вот два брахмана, они следовали Гуранги Махапрабху. Один просил подаяния за Махапрабху, другой готовил для него. И сейчас мы вернемся к той теме, которую мы начали. Сможем ее понять, почему Махараш отвлекся вот на эту и на ту лилу, чтобы показать связь. И вот когда я говорил о Бхагаватам, о Брихат Бхагаватамрите, я всегда привяжу пример с Гора Лила. Поскольку это авторитетно. И вот смотрите, Гуранга Махапрабху в Южной Индии, он был два брахмана. Но этот брахман был очень глуп. Однажды он попросил Махапрабху, Махапрабху он жил вокруг Гати, чтобы никто не беспокоил его. Это очень такое маленькое отдаленное место. Это то место, где обычные люди они не доходили до туда. И поэтому Махапрабху там остановился однажды один преданный Гуранги, который готовил. Сказал, что я слышал, что Кришна явился в Ямуне ночью, и Махапрабху удивился, что правда. Он подшутил над ним. Да, я слышал в Раджавасе, говорят, что ночью Кришна явился в Ямуне, и Калинак, он танцевал на Кали, и Махапрабху удивился. Брахман сказал, что вот все говорят, что Кришна во Вриндаване явился, а тут вот еще и... Но если подумать более широко, и Кришнадас Кавираж Госвами описывает, что Кришна явился во Вриндаване, но Махапрабху пришел во Вриндаване. Это есть явление Кришны, но такие вот, вот эти... Вот этот браман, он искал ночью Кришну где-то в Ямуне, а там эти рыбаки ловили рыбу, у них была какая-то лампа, которая под влиянием ветра такая некрасивая, такая лампа. На огне каком-то, и вот под влиянием ветра огонь колебался, и в Раджавасе приняли это за Кришну. И этот брахман тоже поверил и хотел пойти проверить.
Но в Кали-Калу Бхагаватам говорится, что нет лилаватары, то, что Раджаваси приняли свет Рабакову за Кришну, это просто глупость. И вот этот Брама, несмотря на то, что Махапрабху был с ним, он пошел. И вот однажды один в Раджаваси пришел из этого места, где ему напротекало Махапрабху, спросил, что тут все говорят, что Кришна в Ямуне явился, ты видел? Тот сказал, что глупости. А что случилось там? А там просто рыбаки рыбачили со своей лампой и... Эти глупые люди из-за того, что туман далеко и плохо видно, приняли это все за Кришну. И Махапрабху сказал этому Брахману, смотри, какая глупость. That you are running there like foolish people to watch Krishna. Why? But Kishoras Kaviraj Goswami speaking. Но Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что Враджаваси правы. То, что Кришна пришел во Вриндаван опять в форме Шри Чайтанья Махапрабху. Now I can go to the actual Siddhanta. Сейчас я возвращаюсь к той Сиддханте, которую я хотел указать. Почему Гуранга? Он даровал милость Валабхачарье. Почему это же самый Гуранга Махапрабху отругал его? Как ты смеешь избегать комментариев Сиддхас Госвамипада? Ты подобен женщине, которая не слушает своего мужа. Такой плохой женщине. И тот же Гуранга, который выражал ему почтение, и тот же самый Гуранга отругал его, что как ты смеешь избегать комментариев Сиддхас Госвамипада. Шридхар Госвамипад, он описывает все это по милости Нарисимхадева. Шридхар Госвамипад, он знает все, всю суть Бхагаватам по милости Нарисимхадева, и как ты смеешь игнорировать его комментарии. Он наш предыдущий ачарья. Он написал первый комментарий к Бхагаватам, и как ты оскорбляешь его таким образом. Как ты смеешь, и такие, только такие проститутки могут говорить так, а целомудренные жены никогда не выступают против своих мужей. Если это Гуранга Махапрабху, который слушал прекрасные киртаны от маленького Харидаса. Помнить о той Сиддханте, о которой говорю. Мы должны помнить бесконечных времен. Тот самый Гуранга, который слушал прекрасные киртаны от маленького Харидаса. Тот же Гуранга, он отверг его. Сказал, я не могу видеть твоего лица. Тот же Гуранга, который выразил почтение Рай Рамананде. Рай Рамананда, он, смотрите, учил этих девочек танцевать, ухаживал за ними, мыл, одевал, массаж делал. Смотрите, Махапрабху, он выражает почтение Рай Рамананде, хотя физически можно видеть, что он учил этих молодых девочек танцевать для Джаганатха и ухаживал за ними всячески, имеется в виду, заботился. И хотя Махапрабху не одобрял даже с
смотри не на какие-то манекены женщин, а их изображения, но все же, смотрите, он выражает почтение Рай Рамананде, который всегда находился в таком физическом контакте с этими девочками. Но этот Рай Рамананда не имел ни капли вожделения, несмотря на это. И поэтому он получил такое уважение от Махапрабху. У нас есть на каждом шагу возможность превратно понять Шилу Прабхупаду и Гуранту Махапрабху. Сахаджи часто спорят. Однажды Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж пришел с Сананда Сукхада Кунджа. Бхактивинода Тхакура был там уже. И Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж засмеялся. И Бхактивинода Тхакура спрашивает, почему ты смеешься? Какова причина? И там эти сахаджи в Навадвипе говорят, что что-то Харидас сделал, и Бхактивинода Тхакура, он, они хотели... И вот Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж говорит, что с той стороны реки сахаджи возмущаются, зачем? Махапрабху выгнал что-то Харидаса, что за ошибку тот совершил, что Махапрабху выгнал его. Он просто рис спросил, ничего плохого не делал, и Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж засмеялся. Ты их сиддханта, но мы не сахаджи. Гаудия Матха не может быть уничтожен. Я бросаю вызов. Можете пытаться уничтожить Гауди Миссию, Гауди Матху, это бесполезно. Это мой вызов вам от имени Нитинанды. Вы сами можете попасть под влияние различных проблем и как-то умереть, но не Гауди Матху. И таким образом, если Гуравани, что я хочу сказать, то самый сиддханту вы пытаетесь понять. И вот сейчас мы переходим к тому, что если, например, только неизвестные преданные приходят ко мне и видят Гуранга, кто такой Гуранга, не каждый может понять. Но у меня есть полное представление, согласно моим способностям, согласно... I have my conception, I have my Siddhanta Vichar, according to the kippa of my Guru Bhargava. Согласно милости Гуру Бхарги, я поклоняюсь Гуранге, я знаю, кто такой Гуранга, но если какой-то новый человек приходит, у него нет никаких представлений, кто такой Гуранга, может ли он понять, кто такой Гуранга, может ли он клониться ему всем сердцем. Он не знает, кто такой Гуранга. Если мы скажем, что просто Гура, то мало толку от этого. Может, это Гура Виграха присутствует, или сам Гуранга Махапрабху. Но все же, как определить Кришну или Гурангу, это возможно только по милости Сидданты Сарасвати. С помощью Сидданты Сарасвати. Если я... Если даже будет Виграха Гуранги, то как мы поймем, что это Гуранга без Сидданты Вичара? Это сложно, невозможно. Кто-то может... Из-за того, что мы знаем Сидданту, мы можем понять, что Гуранга Махапрабху — это есть Верховный Господь. И мы чувствуем влечение к Нему, так или нет. Как это возможно? Что мы чувствуем влечение к чему-то или кому-то. Это потому что, и если вы не слушаете о милости, о славе Сидданты Сарасвати, то как вы поймете, кто такой Гуранга? Сидданта Вани. Сидданта Вани, она дает вам надежду, возможность. Сиддханта, она дает вам возможность понять, кто такой Гуранга, и тогда вы
и радуйтесь благодаря этому, если есть Божество Шримурти Гуранги. Мы знаем, что Гуранги и его Мурти не отличны друг от друга, но если Махапрабху не в форме Божества, даже сам присутствует, то далеко не каждый может понять его величие. Как люди в Южной Индии не видели Гурангу, но даже мысль к ним не приходила, что он Гуранга Махапрабху, что он Верховный Господь, поскольку у них не было милости Бхактисиддханта Сарасвати. Сейчас я прихожу к тому, с чего начал. Если Бхактисиддханта Сарасвати не было бы, и Бхактисиддханта Такура бы не было в этом мире, мы бы были слепы. Кто мог бы показать нам, кто такой Гуранга? Кто бы мог показать, кто такой Гуранга, кто такой Нитянанда? Как мы могли бы понять? И сейчас вы игнорируете Бхактисиддханту Сарасвати. И как кто посмел его игнорировать, вы не понимаете его подлинной славы. И такая критика, игнорирование, оно подобно призыванию смерти к себе. Будьте осторожны. Наш Сила Бхакти Ракхак Сиддхартха Госвами Махарадж. Кешав Госвами Махарадж говорит, какой-то Махаджан, брат Боги, он говорит, какой-то Махаджан пишет. Кипая хори киртана мурти дхарам дарани варахарук гаураджанам Janakadika Vasa Lasnigda Padam Panamami Shada Pabhu Pada Padam Panamami Shada Pabhu Pada Padam Panamami Shada Pabhu Pada Padam. How you understand? Kipaya by causeless mercy. И с помощью беспричинной милости. By causeless mercy. Siddhanta Saraswati Gauravani. Сиддханта Сарасвати, Гуравани, они приходят в форме Бхактисиддханты Сарасвати, Гуравани, Сиддханта Сарасвати. Они приходят к нам в форме Бхактисиддханты Сарасвати, Госвами Такура. Но мы, обычные глупые люди, не могли понять, что он не человек. Он Сиддханта Сарасвати. И как это чудесно, что даже встретившись с Шрилой Прабхупадой, даже слышав Сиддханту от Шрилы Прабхупады, даже услышав множество харикатхи от Шрилы Прабхупады, некоторые люди оставляют его. И мой вопрос к вам всем. Вы дали мне указание прославить нашу Гуру-Варгу, но я в такой дилемме нахожусь. Нужно ли избегать прославлять тех, кто ушли от Шрилы Прабхупады. И с другой стороны, если я буду прославлять тех преданных, которые не уходили, то есть если я буду прославлять тех, кто выступали против Гуру Варги, против Шрилы Прабхупады, то есть это нехорошо получится. То есть можно их прославлять всех. Или только тех, кто... В общем, дилемма такая, что прославлять всех учеников Шрилы Прабхупады или только тех, кто не оставил
Шрилу Прабхупада. Ну, либо проставлять всех, то, по крайней мере, нужно уточнить, что до какого-то времени они были с Шрилой Прабхупадой, как Сундарананда Видивинод, он писал превосходную Сиддханту. Шрила Прабхупада был очень доволен им. Спрашивает, оскорбительно ли читать его книги, поскольку впоследствии он оставил Шрилу Прабхупаду. И вот на этот вопрос, оскорбительно ли читать его книги, я сказал, это зависит от вашего бхакти, от уровня вашего бхакти. В каком положении вы находитесь, если вы... Разовьете огромную любовь к Гуру Варге, как Шриниваса Чарья. Балаван адару ясу насад гуру падамбуже шрутой рапи тасва сасрой кисне бхакти наджаяте. But Шриниваса told, until and unless you are до тех пор, пока вы не разовьете. Until and unless you are going to develop tremendous affinity and love for Guru Varga. Огромная любовь к Гуру Варге. То до тех пор вы не сможете обрести подлинное бхакти. Вы можете изучать Веды, Веданту, Бхагавату, Махабарату, любые шастры. Но это не сможет помочь вам обрести бхакти. Без огромной любви к лотосным стопам Гуру Варге вы не сможете обрести бхакти. И вот сейчас мой вопрос в том, когда какие-то преданные спрашивают, и вот преданные спрашивают, кто-то может обрел уже много милости от Шрилы Прабхупады, пишут замечательные статьи. И можно ли изучать их, то, что они написали? Ну, можно изучать, но то, что они написали, будучи под руководством Шрилы Прабхупады, а когда они оставили Шрилу Прабхупаду, то, что писали после, то такое изучать не следует. И видно, что это уже совершенно не то. И это зависит от нашей веры, в нашу Гуру Варгу. Как Рагунат Дас Госвами, например, он ничего не ел, только йогурт ел, и то не каждый день, там один раз через пару дней. И вот Раджаваси хотели его получше накормить, и принесли йогурт в листе побольше. Вот этот Раджаваси думал, что Рагунатх он много ничего не ест, только йогурт один раз через два дня. И подумал, что если принесет йогурт в большом листе, чтобы тот побольше съел. И вот он пошел, принес побольше йогурта и лист большой. И Рагунатх спросил, лист откуда взял. Тот сказал, Сакхистали, это место Чандравали было, и этот Рагунатх взял и все выкинул. Что ж ты, зачем ты принес этот лист с места Чандравали, с этого Сакхистали? Рагунатх Дас Госвами, он вечный спутник Радхарани. Радхарани, она плачет, когда Чандравали забирает Кришну и куда-то уходит с ним. И когда... Рагунатх Дас Госвами говорит, откуда ты взял этот лист? И вот когда он услышал, что он из места Чандравали, с Сакхистали, тот взял и выкинул его. Что это Чандравали, она враг моей Радхарани,
моей госпожи, как я могу принять что-то с ее места? Это один из видов сиддханты. И вот почему я начал с этой сиддханты? Что любовь и борьба, и если они происходят ради одной единой высшей цели, то мы одобряем это. И вот я начал с этих слов. То, что любовь и борьба, они случаются ради одной единой великолепной общей цели Кришна Севы, то мы одобряем это. Поскольку Чандравали, она борется как-то с Радхарани ради служения Кришне. Они не просто так соревнуются друг с другом, у них нет такой обычной вражды. Даже во время Гопи Гиты, когда они искали Кришну, вместе искали Кришну, они Чандравали и Радхарани группа, они вместе искали Кришну, поскольку цель была найти Кришну. Но как служит Чандравали, она противоположно Радхарани служит. И поэтому они внешние враги, хотя внутри уважают друг друга, но внешне так вражда какая-то есть. Иногда можно видеть, что кто-то спорит, борется как-то с Шрила Мадхава Госвами Махараджи насчет того, чтобы восстановить место явления Шрила Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати. Но моя вани-сева, она не проявление вражды к какой-то гуру-ваге. Моя вани-сева может внешне выглядеть жестко, но все же кто-то вани-севу по-другому совершает, но ради чистой вани-севы могут быть какие-то споры. Но те, кто выступает против всякой вани-севы, то они есть наши враги. И вот то, что я начал, я объяснил те слова, что Шрила Прабхупад, он хотел совершать вани-севу таким образом, чтобы Гауранга Махапрабху был очень доволен им. И вот любовь и борьба, если не происходят ради одной единой высшей цели Кришна Севы, то тогда мы одобряем это. Но если мы боремся без какой-то причины, если кто-то из нашей гурваги выступает против Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати, то мы не можем простить его. И вот сейчас моя сиддханта в том, что кто-то из нашей гурваги, он выступает против Шрилы Прабхупады, и мы должны выяснить их настроение, что они хотят. И вот если у нас есть 100% любовь к гурваге, к Шрилы Прабхупаде, если мы не можем потерпеть их какую-то связь Анатова Судева и Шрилы Прабхупады. И вот меня спрашивали, как же вести себя. Я сказал, что это зависит от статуса вашего бхакти. Если вы развиете такую бхакти, что если вы услышите какой-то негатив о Шрилы Прабхупаде, то вы скажете, сразу оставите такого человека, то у нас... Если посмотреть на то, что писал Судананда Видивинод, то можно видеть, что до того момента, когда они оставили Шрилу Прабхупаду, и произведения, их книги, статьи, они были просто великолепны. А как они оставили Шрилу Прабхупаду, то вся сила, вся милость пропала, и это сразу видно, то, что они начали писать всякую ересь. Follow me, see what I say. Then you can avoid. You need not go.
Но с другой стороны, если вы поймете, что раньше они имели милость Шрилы Прабхупады, и по милости Шрилы Прабхупады, по милости Гуру, ученик может сделать практически все. Как я говорю Харикатху, только благодаря милости Гуруарги я молюсь им. И по их милости Харикатхана является. Я могу говорить ее. Поэтому это не моя Харикатха, а милость Гуруарги. Если вы думаете таким образом, что раньше они, находясь в гармонии с Шрилой Прабхупадой, они написали множество прекрасных книг, но потом, как этот Сундарананда Вивинат, он после того, как оставил Шрилу Прабхупаду, он начал писать противоположное тому, что писал раньше. И написал книгу какую-то Ачинтья Бхеда Таттва, которая совсем плохая. И он оспаривал учение Шрилы Прабхупады и самого себя даже оспаривал. Сундарананда Вивинат среди нашей Гуруарги, он был великолепный писатель, огромную милость получил от Шрилы Прабхупады. Даже Шрила Прабхупад, он сказал ему однажды, И вот среди всех Гуруарги он очень был важен. Шрила Прабхупад, он брал его на проповедь в разные места. Иногда Шрила Прабхупад был очень занят в описании статей. И когда он забыл какую-то шлоку, спрашивал у него, и тот сразу отвечал, он имел великолепную память, мог запомнить любую статью Шрилы Прабхупады до малейших знаков препинания. Но потом, когда милость Шрилы Прабхупады ушла от них, то они потеряли все эти способности. That is by the inspiration of Prabhupada, why I cannot get, why I cannot read the Siddhanta. Because that time they were already in line with Prabhupada. So what wrong is, находясь в гармонии с Шрилой Прабхупадой, по милости Шрилы Прабхупады, они могли делать удивительные вещи. Ученик, он делает все по милости Гуру. In comparison to Raghunath Das Goswami, second Siddhanta I speak, in favor of those Siddhanta, I'm giving also document. In favor of the Siddhanta, two Siddhanta. In favor of Siddhanta, I'm giving document, na? First I say Raghunath Das Goswami. So if that can. И вот Махарадж привел два примера. Первый с Раghunath Das Goswami, который не может терпеть никакого. Никакой связи с Чандравали, даже то, что ему лист принесли с того места, где они там находились поблизости, он и то этот лист не принял. И вот я сейчас еще приведу пример с Бхагаватом. Я нахожусь на Вьясасане, я поддерживаю нейтральное положение. All devotees, they can send me letter all over the world. Я должен поддерживать беспристрастность, чтобы говорить Харикатху и вот особенно прославить нашу Гуруаргу. Сегодня я хотел что-то написать о Атулананде Брамачари, например, о нашем Шридхар Махарадже, Мадхав Махарадже, сначала Махарадже. Напишите таких однозначных
учениках Шрилы Прабхупады, а потом о таких, которые оставили его. И вот я могу привести пример Джайвиджая. Джайвиджай, они вечные спутники. Кришна. Времени мало. Anyway, Joy Vijay, yes or not? You can see yes or not. Joy Vijay, yes or not? Joy Vijay is the eternal person of Joy Vijay, не вечные спутники Махапрабху, так или иначе. По милости Бхагавана они совершили оскорбление, как наш Парикшит Махарадж совершил оскорбление. Это было по желанию. В какой-то день я обсужу эту сиданту. Я запомнил и в дальнейшем приведу более примеров, поскольку времени сейчас мало. И вот Джива Госвами Сандарбхи пишет, что есть два вида оскорблений. Первые — те, кто совершаются апарадхи, совершающиеся нами, тогда сознание наше оскверняется. И еще по желанию Бхагавана преданные могут совершить оскорбление, чтобы какое-то продолжение какой-то лилы произошло. Как Джай Виджай, Бхагаван Нарайна, он сказал, что вы совершили это по моей воле. Я хочу явиться в этом материальном мире, должен кто-то быть, с кем можно было бороться. И вот вы такой подходящий на эту роль. И вот с этой стороны, если посмотреть, что это Сундарананда и Ананта Васудев, что они подобны Джай Виджаю. Если мы думаем таким образом, что если с другой стороны можно думать о них так, что они показали на себе последствия Гуру Апарадхи, то есть они совершили оскорбление в адрес Шрилы Прабхупады и показали такие плачевные последствия всего этого, но показали именно на себе. И показали, как можно низко пасть, если отвернуться от Шрилы Прабхупады. Да, и даже в Паричистхе, это в предисловии. То есть вариант, чтобы написать о таких, которые оставили Шрилу Прабхупаду в аппендиксе к книге. И вот если думать о них как со стороны Джай Виджай, то тогда ненависти к ним не будет, поскольку они могли просто быть участниками лилы Господа. И если мы не сможем потерпеть, что они оставили Шрилу Прабхупаду, то не только там, их два, еще кто-то там был, поскольку Шрила Прабхупад говорил об абсолютной истине, абсолютным образом, без всяких компромиссов. Я не буду о всех говорить, это очень обширная философия времени. Можно... Есть множество примеров времени, на всех их не хватит, нужно месяцы обсуждать это, можно вот другое прохладе. И на сегодня конец. Я хочу прославить Бхактисиддханту Сарасвати Госвами, моего вечного Гуру Варгу. Гуру Варга — это наш Бхактивинод Такова, и Шрила Прабхупада — наш Парам Гуру Варгу. И их Ачарьятва, она вечна, уникальна. Она вечно присутствует в вечном мире, не так, как другие Ачарьи, которые какое-то время являют лилу Ачарьи и потом падают. Нет. Их действия, их слова, их концепции, их бава, их чувства, все это доказывает, что они обрели вечную Ачарьятву.
по милости Гуанги, они явились в этом материальном мире, чтобы явить Ачарьятву здесь, чтобы утвердить чистую бхакти-сиддханту для нас. Если мы глупы, то мы не сможем воспользоваться всеми этими преимуществами. Какие-то люди очень пристрастны к чему-то одному, а нужно быть беспристрастными. И не все понимают, что я нейтральный человек. Некоторые воспринимают меня своим врагом. Но я могу прикоснуться к лотосным стопам Шрилы Прабхупады и сказать, что я не их враг, но некоторые воспринимают меня своим врагом. Но что же делать? И шлока, с которой начал, я не объяснил полностью, поскольку она очень обширна. Гауранга гатир баджаситамати ши гаура дхама стити. This shloka, very important shloka. Someday I can get scope to discuss about it. So, now I will have to stop. Kipaya hori ketana murti dharam dharani varaharuk gaura janam janakadika vasa lasnigda padam pranamami sada prabhupada padam pranamami sada prabhupada padam pranamami sada prabhupada padam. Next abhirbhav tithi I can discuss about this point. Gati bhanchita bhancha kachinta padam, then you can realize. Next. Следующий раз Махарадж будет говорить об этой шлоке, хотел рассказать, как Шрила Прабхупада ставил свое дело, но времени не хватило. Next I can prove gati vanchita vancha kachinta padam pranamami sada Prabhupada. You can hear so nice. Prabhupada is so clever. I can speak.